Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть моих поющих монстров. Боже мой, ребята, у нас здесь вышло обновление, да. Все-таки мы добрались до этого. Так, нам нужно вот сюда. Да, остров фей. Что-то как-то побрал туда-сюда. В общем, давай. Давай активируем нового монстра. Боже мой, как это красиво выглядит. Вот согласись, даже не хочется-то очищать на самом деле. Блин, очень красиво все это выглядит. И деревья в тему. Вот, вот новый монстр. И, кстати, на самом деле я что-то... Ну, тяжеловато выводил. Склеверипка, ребята, посмотрите. Сейчас послушаем, как она. Ну-ка, как эта скрипка скрипит. Сейчас поглядим, ребята. Разместить, да продать, да? Блин, они клево поют вообще. Так. Офигеть, круто вообще! А куда ее телепортировать? Сезонную хижину можно. О. Так, давай, пусть покушает, пусть наберется сил. Конечно, до 15-го мы с тобой прокачиваем ее. Офигеть. Ля, какая большая, да? Блин, ну вот эта парочка вообще офигенная. Дед этот. Гриб поет. Я, кстати, не замечал. Смотри, как она прям... Она разгорается, да? Там притопнет ножкой. И туда свет. Магма. Нам вот это интересно послушать. Ох, старается как. Блин, ну она супер играет. Слушай, я даже не ожидал. Прям вообще хорошо, а? Барабан Минцова вытащил. Блин, шикарно. Шикарно, ребята. Можем еще раз, кстати, по-моему, попробовать. Но если что, одну там на сезонную. Ну, тут надо, конечно... Да, ну тут 3 часа 35 минут, так что нормально, нормально, ребята. Блин, ну это просто волшебно, очень-очень круто. В общем, мы продолжаем, и давай, конечно, сейчас немножечко здесь походим, побродим, посмотрим. Так, ну что же, друзья, собираем добро. Кнопочку, потому что собрать у нас, потому что мы не донатим. До сих пор хоть один напишет, что типа донатера. Ну как я могу быть донатером, если мы не донатим вообще? Так, о, кстати, уже нифига 68. Ребят, это вообще отлично. Так, тут собрать денежку. Кстати, большие деньги, смотри, крутятся, вертятся. Туда парочку кого-нибудь отправляем сразу. Деньжата. Так, отлично. А что мне еще хочется? Колизей песни мы посмотрим сейчас. Конечно, остров растений. Давай поглядим. Ну, ты, по-моему, сегодня собирал с утра. Да, так. Вон, давай, наверное... Новый уровень потихоньку нам нужен. Буга-буга-буга. 36-й, да? Ура. Хочется, конечно, до соточки. Я даже не знаю, сотый уровень-то тут есть. В общем, это надо на каждом острове будет печки сделать 100%. По-любому.
Да, тут, видишь, нам как бы особо собирать-то нечего, но погоди, кого-то я все равно одного вывел, так что ты не переживай. Потому что, ну, я понял, блин, одного мы с тобой... Только одного... Выводим, это как-то не особо прям интересная серия, а вот несколько уже интересно поглядеть. А то мы всегда так на арену идем. Так, Остров Света. Нет, я уж тут удивился, может, новый? Нет. Но один кто-то есть. Тот-то, кого-то я там вроде как выводил. Неужели Костя? Прям рядом. Да. Смотри, вот оно, что-то тут будет. Ну-ка. Челюстяги! Это они? Где? Кто там уже запел так? Я что-то уже... Разместить. Не, это этот, наверное. Офигеть! Погоди, это у них рты или это... Джинго и Вайтис. С виду они такие миленькие. Блин, это просто офигенно, ребята. Я-то думал, они отсюда петь будут. Они вот здесь вот. Капец. Вот это офигенно. У меня аж мурашки какие-то пошли, блин, от такого. Офигеть. Так, ну и давай, наверное, раскрутим. Да, они пока свою партию будут. В общем, давай, поглядим. Я все пытаюсь, конечно, выбить. Ну, это нормально, это норма. Это всегда в жизни так. Давай, ладно, еще одно. Блин. Ну, как-то вот несправедлива судьба. Хотя... Какой справедливости я могу говорить, если мы с тобой косарь гемов один раз получили, а? Естественно, игра вот, что нам даст. С этим вообще офигенно. Офигеть. Так, ну хорошо. И теперь, ребят, ну да. Колизей, чуваки, вот сейчас будет интересно. Бубу я прокачал губки бантиком. Ну, Буба, и еще у нас также суперкотенок здесь должен что-то показать. Давай, миссии. Давай. Запишем, ребята, сейчас должно. Воздушные маневры. Арменчик, все понимаю, но тут должны вот такие вот дяденьки. Тут должны вот такие дяденьки разобраться. Давай, Бизи. Хорош, лектицу сейчас вынесем, ребята. Так, найс. Хору. Русалуши. Так, где мой... Не, давай-ка губки бантиком. Нет, тут имба точно. Так, суперкотенок вперед. Ну-ка, фиксиков. Этот говнюк, я помню, намного это. Хорош, родной, нифига. А ну-ка, как мы умеем фиксиков? Вот это вроде. Да блин, погоди, а как? Фиксики же были. Что-то уже... Где наша... Там, короче, мелодия была очень на фиксиков похожа. Серьезно, ребята. Усталос, блин, я прочитал как... Пан. Хорош, дядь, давай. А, не, губка. Не, ну тут все, тут имба, ребята, команда.
Тут 100% сейчас они смогут побить нормально. Но нам этот Колизей, конечно, я не знаю, ребят, там 30 миссий, но там плюс еще каждый раз... Смотри, какой. Прихваточки, а. Не ссы. Сейчас мы с тобой быстро разберемся. О. Найс. Я думал, главный там что-то сможет сделать. Он вообще никакущий. Ну, вот как-то так. Вот такая у нас небольшая серия. Опа, уровень. Еее, найс. 13 уровень, хорош. Ну что же, друзья, не забудьте поставить свой жирненький царский лайк. А, кстати, вот я единственное забыл. Ну-ка, и последние, ребята. А, еще пока до загадки, ребята... 2 часа, но я соберу. В общем, потихоньку, помаленьку, ребята, раньше как было? Ты просто входишь в игру, и каждый раз у нас вот это появляется. Сейчас для этого надо этот разбитый гигаглаз купить и каждый раз нажимать загадку. Так что, ребята, не забывайте про это. Ладно, на этом все. Не забудь поставить жирненький царский лайк, залетай в Телеграм, на Бусти. Бро, поддержи меня. Бай-бай, дорогой братишка.